По-моему, мы видим реального претендента на чемпионский титул, коллега. Уверенный старт команды в чемпионате наводит нас на такие мысли. Да. С этим ударом игра стартовала. Заполнившие трибуны фанаты гонят команду в атаку. А мы пока играем в пас вратарю. Они отлично выбрал позицию и совершил перехват. Модрич. Заброс на Роналду. Арбитр поднимает флажок, а значит игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Пас на Бензема. Барселоне, начал с ней конкурировать на равных. Так ведь в какой-то момент начало казаться, что в Испании остается только один суперов. Криштиану Роналду, Зил, Бензема. Трудно не бороться за самые высокие места или, по крайней мере, не ставить себе таких целей. Ну а когда руководит командой сам великий и ужасный Жозе Мауриньо, тут уж, как говорится, ставить себе сверхзадачи доктор прописал. Пытается сохранить мяч Криштиану Роналду. Мадридского Реала всегда повод для эпитетов, а на них... Думаю, надо бить и забивать. И вот он, удар по воротам. На Неймара. Ну, давай! Отличный гол, вратарь, сори. И обрати внимание, у вас ведь побежал сразу, и это правильно. Надо поздравлять отдавшего этот великолепный пас. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Переход в атаку. Опасно! И это гол! И это ничья! Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз. И еще, и еще. And the goal scorer for Real Madrid. Быстро, красиво и очень опасно. На ударной позиции игрок Барсы. Вот это матч, вот эта игра. И Барселона добивается успеха. Thank you.
сторону, а с другого ракурса. Мяч отобран в середине поля. Это даже не перехват, это просто подарок какой-то. Пас на Бензема. Кто говорил, что чуть-чуть, казалось бы, не хватило форварду, но это тот вариант, когда локоть близок, да поди его укуси. Такая вот вратарская наглость. Дани Алвес. Пас по флангу. Да просто смотреть это приятно. Когда и движение хорошее, игра в пас поставлена. Не знаю, как будет с результатом, но впечатление визуальное фантастическое. Бензема. Али. Суарес. Али. Может, удар такой. Чуть бы вправо-влево. Но кто знает. Может быть, и вратарь считал ситуацию. Есть время, есть место. Можно даже подумать, как атаку продолжить. Видим арбитра с флажком. А стало быть, игра остановлена. Гола никакого не будет. Пас. Ави. И мяч в воротах соперника Барселоны. Великолепный удар, великолепный гол. Отличный дальний. Защитник этому не помешал. Такие голы украшают любой матч. Невероятный удар, невероятный гол. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Не попал. Не попал в ворота. Внешне спокойно и без вопросов голкипер забирает мяч. Оправдывает ли матч ожидания? С точки зрения интриги, пожалуй, что нет. С точки зрения зрелищной, визуальной, пожалуй, что да. Но давайте будем вспоминать то, чему футбол нас учит. Например, финал Лиги Чемпионов, Стамбульский 2005 года. Любой отрыв после первого тайма не гарантирует победы, если соперник не потерял уверенности в себе. А соперник, я уверен, что не потерял. Что нас ждет в этом втором тайме? Угадать. Давайте будем смотреть.
удар в створ. Может быть, да, может быть, нет, но по сути это просто повод переворачиваться. Вот тут может получиться очень интересно. Хорошее видение и понимание игры демонстрировал футболист. Мяч перехвачен. Думаю, надо бить и забивать. Но тут прогнозировать очень легко, потому что других вариантов развития событий просто нет. Месси. И вот потеря в центре поля. Заброс на Роналду. Ах, как хорошо они. Удар! Неймар. Суарес. Отлично выбрал позицию, совершил перехват. Это красиво, но, как говорится, для девочек. Ух ты! И офсайд. Что творит Лионель Месси? Пас на Бензема. Ну что ж, вратарь в этой ситуации властелином просто своих владений себя показал. Нельзя было оставаться на месте, нельзя. Из-за боковой бросают футболиста мадридского Реала. В данной ситуации оборона сильнее, грамотнее, прострел не прошел. Сколько сегодня уже обрезов устроил, сколько неточных передач. Может быть, перестать этим заниматься? Чем-нибудь другим себя попробовать занять? Хорошее взаимодействие показывают футболисты. Этот перехват – награда за его старания. И где же он, адресат? Подача не получилась. Защита в порядке. Конечно, даром никто мяч не уступит. И атака развивается флангом. Смотрим и любуемся на Месси. Бейл. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. И чуть назад на Месси передача. Суарес. Арбитр поднимает козырек, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Суарес. Некое подобие стенки. Есть время, есть не опасно. Зажигает линейный офсайд, хотя, не будь зафиксировано вне игры, мог бы и гол случиться. И хорошая передача пяткой. Прочитал он эту передачу и легко ее перехватил. Навес на Криштиану Роналду. И этот пас становится легкой добычей для защитника. И ногами порой голкипер тоже должен играть. Это... Игроки мадридского Реала вводят мяч в игру. Иногда говорят, атака идет по вертикали. А теперь дальше. А вам не кажется, господа, что это свисток в пользу провинившегося? И это предупреждение. Суарес.
Суарес. Ох, дернул мышцы. Это 3 недели, если что. И вновь не точно. Что-то с ним сегодня не то. Суарес. Опасно! Великолепно играет голкипер. Мяч за пределами поля. Угловой. И сейчас замена будет. Хави в поле уйдет. Замена, и Иньесту меняют. Защитников нам сам про себя, но виноват тут все в равной степени. В обороне команды просто решето сегодня. Класснее другой, просто у одной лучший день, а у другой наоборот.